расковырять эту деятельность таким образом, что там появятся все эти вещи. Мы не будем отлынивать от ответственности, а напротив, возьмем ее, несмотря на возникающие в связи с этим риски. Потому что замруководитель может сказать, я хочу отвечать за такое-то направление. Нашей компании пора уже туда давно развиваться, но она туда не идет. Ну, я как пример привожу, да? Не понимаю, да. Значит, соответственно, у нас возникнет риски, потому что можно, прошу прощения, обосраться, да, выбрав направление, не угадать. И тут придется сильно поработать для того, чтобы, как мы любим, оказавшись в неизвестном месте без помощи, так сказать, все равно продемонстрировать свой результат, да?